Я в театрально обучался. Стихи умею я читать. Нас там учили очень даже. Я правила усвоил все. Вначале нужно быть спокойным, размеренно повествовать и быть загадочным, но в меру, чтобы интрига между слов и со всезнающей усмешкой смотреть на зал, как на детей. Мол, я-то помню, я-то знаю тупую легкость бытия. Затем интригу потихоньку необходимо нагнетать. Но делать это нужно плавно и с поворотом головы. Все выговаривать четко, не запинаясь, не бубня. И в ноте как бы повышать. Рукой вот так вот помогая. Показывая как бы, что накал страстей уже в процессе, да? Что кульминация вот-вот. И распростерши руки к залу, слова чеканить словно шаг, что буква каждая слетала орлом двухглавым с языка. И даже если будут слюни, так это даже хорошо. Ты в образе, не замечай их. Ты дождь, ты вихрь, ты артист. Потом делить слова на слоги, орать, да так, чтоб дрогнул зал внезапно. Только громкий шепот, и будет он мощнее, чем крик. Как только перешел на шепот, еще раз крикни, чтобы у всех дыхание перехватило. А сам что дальше? Вспоминай. И пауза. Ты вспоминаешь. И дальше. Ну вот еще одна. Офигеваешь, как бы сам, как классно ты сейчас орал. И оборот избавить нужно. Слова раздельно говорить. Все так же четко, но раздельно. Выдавливая как бы их. Дышать при этом нужно очень часто. Как будто после боя ты. Как будто 1000 километров бежал по лесу с рюкзаком. Еще при этом очень важно, что происходит на лице. Глаза. Глаза на мокром месте. И брови. Брови, что круто. Слова все тише. Реже. Даже проникновение куда. Мурашки побежали, что ли? И что? Слеза. 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 Тогда ж финал уж очевиден. Закрыть глаза и голову на грудь спустить. Чтоб зритель понял. Конец. Аплодисменты.